Всем привет, ребят, с вами Рыбачок 36. Сегодня находимся в таком лесном озере. Подъезда сюда нету, нужно через лес идти. Ну, как говорят, в основном только пешком. И только пока снег есть, либо когда все высохнет, иначе вообще никак сюда не пробраться. Вот мы пришли. Пробурил я ряд лунок здесь и возле берега. Рыбка есть, окунек, плотва. В камеру посмотрел, постараюсь вставить кадры. Сейчас приступим к ловле пока на безмотылку. Попробуем плотву. Если вдруг окунь будет, значит... Встретил на водоеме Михаила. Он знатный мормышечник, безмотыльщик в Воронеже. Дал ему камеру, чтобы он снял свои проводки, поимки, рассказал. Не знаю, что получится. Все сниму, говорю. То, что он снял, постараюсь обработать. Ну и выложу, покажу все. Добрый день, друзья. Меня зовут Михаил. Я приглашаю вас на одно из живописнейших мест Воронежской области, лесное озеро, где мы попробуем сегодня ловить будем сегодня на безмотылочку легенькую. Методология совсем простая. Для неопытных рыбаков не надо ничего трясти, не надо ничего пытаться преодолевать. Обычный спокойный обыск и подъем. Рыба здесь всякая, клюет активно. Как правило, в весенний период. А сейчас календарная зима пока на дворе еще. Но все нам напоминает
середину марта. Лед наполняется водичкой. Тем самым предупреждаю, что дни сочтены. Нужно пытаться уловить весь кайф в эти последние денечки. Поклевочка. Ничего, никуда не уйдет, стоит рядом. Там, где она по одной не ходит, плотвичка. Стайка как минимум 3-5 штук. Если по губам не съездим ей, то есть возможность поймать, выловить всю стайку. Интересуется она на красную бусину. Ну, не только красную, желтую. Есть кислотные. Зеленые цвета иногда интересуют. Ну, а самый стабильный красный цвет, он, в принципе, работает всегда. Практически на всех водоемах. Оп! Реагировала. Спасибо. А то уж совсем отчаялись. Ой. Кембрик поправим, чтобы бусинка ходила свободно. Ладно, хочет, чтобы подразнили, будем дразнить. Оп, загнула. Вот она красавица. Поправим кембрик.
Хорошо. Хорошо, хорошо. Мучила. Вот они, друзья мои, первая красноперочка. Красавица.
Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сама выпрыгнула. Спасибо. Вот, латвичка. Неплохая.